В одном из московских институтов разработали систему, которая позволит выявить перегрев в микросхеме, трансформаторе, двигателе автомобиля или вовремя локализовать утечку тепла в жилом доме. У системы два основных компонента. Она в себя включает экспериментальную часть на базе тепловизора, которая позволяет наблюдать уже сделанные изделия, скажем, результаты ремонта зданий, нагрев двигателей, анализировать. Значит, анализ электронных изделий. Значит, дополнительно мы разработали к ней программное обеспечение, которое позволяет улучшить процесс обработки полученной информации. Изображение с инфракрасной камеры попадает в компьютер, а установленное там программное обеспечение в реальном времени анализирует его и помогает специалисту понять, где имеет место перегрев, а где, наоборот, недостаток тепла. Применять систему можно не только для создания эффективных электронных и механических конструкций, но и на бытовом уровне. Наша последняя работа – это анализ скрытой проводки. Значит, система позволяет анализировать, значит, нагрев стен и выявлять проходящую там скрытую проводку, и выявлять факты ее перегрева и, возможно, возникновения пожара. При этом система не требует наличия мощного компьютера и легко работает на самом среднем ноутбуке. Иван Шадрин, Георгий Сарсеков, Никита Токарев, Infox.